Череду праздничных мероприятий ко Дню независимости завершила большая концертная программа с участием вокалистов, творческих коллективов, а также спортсменов Бреста и Брестской области. Со сцены в этот вечер звучали знакомые каждому белорусские песни. Зрители могли насладиться зажигательными танцами, хореографическими и гимнастическими зарисовками, инструментальными номерами, хоровыми выступлениями. Праздничную атмосферу дополнили экскурс в историю от председателя Брестского горосполкома Александра Рогачука, а также поздравления градоначальника ветеранам и всем собравшимся. В этот праздничный день мы прежде всего отдаем дань памяти и уважения вам, дорогие ветераны. Спасибо, что передали в наследство мирную страну, научили ценить свободу и независимость. Все это и сегодня помогает нам сохранять согласие и стабильность в обществе, служит стимулом для дальнейшего развития. Дорогие друзья, нам с вами предстоит сохранять и укреплять независимость Беларуси, добытую высокой ценой. Это наш долг перед поколением победителей, перед детьми и внуками, которые и через столетия будут гордиться своей родиной, Республикой Беларусь. Желаю всем вам здоровья, удачи, вдохновения, успехов в жизни и труде. Пусть на нашей земле всегда будет мир и согласие. Своими выступлениями зрители радовали талантливейшие музыканты и артисты Брещины. Несмотря на сюрпризы погоды, праздничный вечер подарил зрителям и участникам массу положительных эмоций и ярких впечатлений. Кульминацию праздника – исполнение государственного гимна – гости ожидали с особым нетерпением. Республики Беларусь звучал в сопровождении городского духового оркестра под управлением Валерия Коваля. Живое исполнение сопровождалось залпами салюта. Такой яркий и зрелищный завершающий аккорд торжественного мероприятия подчеркнул масштаб праздника. София Бережная, Денис Величкевич, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.